В Ессентуках расположены 27 санаториев, каждый из которых по-своему уникален и имеет особую специфику. Виктория – один из крупнейших не только в городе, но и в регионе, занимает территорию 22 гектара, один из лидеров медицинских услуг на Кавказских минеральных водах. Такой развернутой медицинской базы вы не найдете ни в одном санатории Юга России. Очень сильные лечебно-диагностические отделения, где помимо основного гастроэнтерологического профиля есть серьезное хирургическое отделение. Главное достояние санатория – ухоженный сад. В принципе, в Ессентуках это не редкость, но парковая зона санатория «Виктория» уникальна. Ландшафтный дизайн, скульптуры, все малые архитектурные формы – плоды художественной фантазии директора здравницы. Территория санатория является неоднократным победителем конкурсов и признана лучшей по благоустройству среди санаториев Кавказских минеральных вод. Сегодня дендропарк имеет не только оздоровительное, но и культурно-эстетическое значение. В нем ведутся научно-практические работы, связанные с изучением эффективности влияния зеленой зоны на лечение и реабилитацию пациентов. Мгновение, и исчезает усталость, и жизнь снова становится прекрасной. Санаторий «Русь» – самый новый и оснащенный по последнему слову техники санаторий «Кавминвод». Лечебно-оздоровительное учреждение нового типа – единственное в своем роде. Подобного ему на сегодня в России просто не существует. Это инновационный формат индустрии здоровья. Подобный уровень до сих пор был достигаем лишь на единичных западных бальнеологических курортах. Традиционные курорты России с их целебной минеральной водой достойны самого высокого уровня предоставления услуг. И теперь этот уровень доступен россиянам на родине. Санаторий «Русь» рассчитан на прием большого количества гостей. На территории размером 6,5 гектаров размещаются два современных 9-этажных жилых комплекса на 418 номеров, медицинский корпус, спа-центр «Эльмон Спа» и комплекс высокопрофессионального диетического питания, бизнес-центр и конференц-зал. Все корпуса соединены теплыми переходами, имеется обширная парковая зона. Курортный комплекс «Русь» Ессентуки предлагает уровень проживания, соответствующий международным стандартам. В СКК «Русь» есть все необходимое для тренировок команд профессиональных спортсменов, для отдыха и лечения детей, пожилых людей и инвалидов. Санаторий «Жемчужина Кавказа» – здравница Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. Введенный в строй в 1967 году, санаторий за эти годы принял на отдых и лечение более 230 тысяч человек, преимущественно работников оборонных отраслей и предприятий атомной энергетики. Ежегодно в санатории проводится Всероссийский фестиваль авторской песни «Поющий источник», на который съезжаются десятки исполнителей со всей России и ближнего зарубежья, и тысячи человек, неравнодушных к авторской песне, посещают фестивальные мероприятия. Родина – спа-отель категории 4 звезды, в котором идеально сочетаются европейский сервис и домашний уют, подходящий как для проведения деловых и праздничных мероприятий, так и для семейного отдыха. Профессионально подготовленный персонал, индивидуальный подход к каждому гостю, комфорт и дружелюбие – визитная карточка отеля «Родина». Отель удобно расположен в курортной зоне и находится совсем недалеко от центра города. Но несмотря на это, суета и шум, неизменные спутники кипучей городской жизни, совершенно не нарушают умиротворенную атмосферу, царящую в курортной зоне. В непосредственной близости находится курортный парк и несколько питьевых галерей. СПА-лечебница «Родина красоты» – это центр единения самых современных технологий с творческим подходом к каждому гостю. Опытные косметологи, стилисты, визажисты, диетологи, массажисты подберут индивидуальную комплексную программу релаксации, оздоровления организма и коррекции фигуры. В отеле стараются не только оправдать ожидания клиентов, но и превзойти их. Санаторий «Шахтер» расположен в центре курортной зоны города Ессентуки, между двумя лечебными парками, недалеко от питьевых бюветов. Здания, в которых располагается санаторий, признаны памятниками архитектуры краевого значения. Здравница работает круглогодично с 1957 года. Здания имеют старинную, удивительно красивую и оригинальную архитектуру
с террасами, балконами, башнями. За высокое качество предоставляемых услуг санаторий «Шахтер» награжден несколькими знаками почета и наградами за качество услуг. Лицензирован по 28 видам медицинской деятельности, сертифицирован по высшей категории. Санаторий «Надежда» открылся в 2000 году. Рассчитан на 116 мест, расположен в сердце города-курорта, в 30 метрах от питьевых галерей, в 100 метрах от курортного парка. Санаторий «Надежда» предлагает своим гостям классическое санаторно-курортное лечение, оздоровительные программы и отдых. Санаторий Анджиевского – это лечебно-профилактическое учреждение Федерации независимых профсоюзов России. Основан в 1930 году. Он располагается в центральной части Ессентуков по соседству со знаменитой грязелечебницей имени Семашко, а также с питьевой галереей. Санаторий Анджиевского уникален своим подходом к лечению и профилактике различных заболеваний и патологий, заключающимся в гармоничном сочетании новейших технологий современной медицины с благоприятными для здоровья человека природными явлениями и факторами. Санаторий «Исток» – старейший санаторий в городе-курорте Ессентуки. Первых отдыхающих санаторий принял в 1906 году. В 2001 году этот уникальный архитектурный комплекс получил свое второе рождение, и «Исток» стал одним из любимых мест пребывания отдыхающих в нашем курортном регионе. Частный санаторий «Исток» предлагает отдых для взыскательных клиентов. Это здравница, в которой медицинские услуги и сервис отвечают самым высоким европейским стандартам. Санаторий имени Калинина. Федеральное государственное бюджетное учреждение. Работает с 1966 года. Имеет свои традиции в приеме, размещении и лечении отдыхающих. Является санаторием круглогодичного действия. Срок пребывания по путевке от 12 до 24 дней. Санаторий располагает лечебной базой с широким набором больнеофизиотерапевтических процедур, современными методами диагностики и лечения. В лечебном корпусе санатория отпускаются все виды процедур, имеющиеся на курорте Ессентуки. Санаторий «Металлург» представляет собой крупный оздоровительный комплекс, состоящий из 5 жилых корпусов, лечебно-диагностического центра, парковой зоны. Большой выбор лечебных и оздоровительных программ, широкий спектр дополнительных услуг и возможности для полноценного отдыха. Территория санатория занимает 6 гектаров в центре курортной зоны города Ессентуки, в 200 метрах от питьевой галереи всемирно известных минеральных источников Ессентуки-4 и Ессентуки-Новое. Лес и великолепный парк санатория Центра Союза Российской Федерации занимает более 5 гектаров. Хвойные и лиственные деревья создают особый микроклимат, благотворно влияют на здоровье человека. Воздух региона Кавминвод экологически чист. Здравница накопила колоссальный опыт по приему и обслуживанию гостей нашего курорта. Санаторий может одновременно принять 400 человек. Санаторий Павлова в течение круглого года принимает на отдых и лечение в Ессентуках взрослых и детей. Лечение в санатории имени Павлова основывается на использовании уникальных подземных источников минеральных вод и их целебных сил. Ессентукская клиника – филиал Пятигорского государственного НИИ курортологии. Коечный фонд клиники составляет 150 коек, из них 90 в гастроэнтерологическом отделении и 60 в эндокринологическом. Клиника является научно-исследовательским учреждением, где трудятся высококвалифицированные специалисты курортологии. Санаторий «Россия» – здравница Федерации независимых профсоюзов России, является одной из старейших здравниц города-курорта Ессентуки. История санатория берет свое начало в 1903 году, когда было построено здание второго корпуса санатория. До революции здание принадлежало частному лицу. Территория санатория занимает площадь 7,5 гектара. Все корпуса санатория соединены между собой теплыми переходами. Санаторий «Россия» рассчитан на прием 420 человек. На сегодняшний день санаторий располагает хорошо оснащенной лечебно-диагностической базой, уютным номерным фондом, организованным досугом, условиями для активного отдыха. Отдыхающим санатория
открываются широчайшие возможности для отдыха на природе, экскурсий, спорта и развлечений. Даже если у вас нет проблем со здоровьем, пребывание в санатории «Украина» поднимет настроение, позволит на время забыть о делах и проблемах, настроит ваш организм на правильный лад. Санаторий утопает в зелени. На территории 5,5 гектаров есть лечебно-оздоровительный парк, большой фонтан, два собственных теренкура. Здравница готова принять огромный поток отдыхающих разных категорий. От 5-летнего ребенка до ветерана преклонного возраста. Это не только показатель возможностей лечебной базы, но и умение организовать сам процесс пребывания здесь так, чтобы всем было комфортно. Центральный военный санаторий в городе Ессентуки был открыт в 1922 году. Представляет собой современный комплекс, состоящий из 9-этажного спального корпуса, оснащенного лифтами, 7-этажного лечебного корпуса, столовой, соединенных между собой теплыми переходами, и 2-этажного люкс-коттеджа, памятника архитектуры. Особенность санатория заключается в том, что у него есть своя программа лечения больных с сахарным диабетом. Санаторий рассчитан на единовременный прием 700 гостей. Санаторий «Воронеж» – учреждение государственного статуса, принимающее своих гостей в Ессентуках в курортном сердце города напротив легендарной грязелечебницы. Санаторий размещен в прекрасном 3-этажном здании, являющемся памятником архитектуры, и при этом по внутреннему обустройству, соответствующим самым современным требованиям комфорта и оснащенности. Профессионализм и опыт специалистов санатория «Воронеж» подкреплены использованием новейших медтехнологий и оборудования. Даже привычные процедуры производят в санатории с использованием только современной высокоточной медтехники и эффективных технологий. Однокорпусное здание санатория «Нива», построенное в 1975 году, в котором компактно размещено все необходимое для проведения санаторно-курортного лечения и отдыха, находится в самом центре Ессентукской курортной зоны, в непосредственной близости от целебного парка и питьевых источников. Важным лечебным фактором санатория «Нива» являются уникальные источники минеральных вод, целебные силы которых используются для внутреннего применения и бальнеологических целей. Дружелюбная обстановка и гостеприимная среда в санатории «Нива» самым благоприятным образом сказываются на положительные результаты лечения и отдыха. Санаторий «Казахстан». Медицинский центр управления делами президента Республики Казахстан высшей категории. После капитальной реконструкции в 2012 году в санатории «Казахстан» созданы исключительные условия для лечения и отдыха. Передовые медицинские технологии, оборудование европейского уровня, квалифицированный медицинский персонал, по-восточному гостеприимный сервис – все к вашим услугам. Ландшафтный дизайн, модный дизайн холлов, высокий уровень комфорта номеров, разнообразие видов досуга, прекрасное питание дают право назвать Казахстан одним из лучших санаториев на КМВ. Площадь всей территории Казахстана больше 7 гектаров. Из них большая часть приходится на зону для прогулок и отдыха. Зеленый парк санатория имеет большой успех у отдыхающих тем, что богат восточной и южной флорой. Восточный колорит имеет место быть и в изящной купольной крыше бассейна. Казахстан – это многопрофильный санаторий. Здесь лечат почти все болезни желудка, печени, обмена веществ, женскую сферу, нервную систему. Санаторий «Москва». Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий Москва», управление делами президента Российской Федерации, находится в самом сердце города Ессентуки, прямо у одного из входов в центральный курортный парк, напротив грязелечебницы. С самого основания санаторий считается одним из лучших по лечению органов пищеварения в Ессентуках и КМВ в целом. Санаторий располагает современной лечебно-диагностической базой, оснащенной самым современным оборудованием. Имеется собственная клиническая и биохимическая лаборатории и грязелечебница. Здесь ведут прием лучшие врачи, имеющие высшую категорию, и доктора медицинских наук. В здравнице широко применяются не только достижения современной медицинской науки, но и природные лечебные факторы региона Кавказских минеральных вод. Минеральная вода, иловая грязь озера Тамбукан и, конечно же, климатолечение. Приезжайте в Ессентуки, в город, который будто сошел со старых добрых фотографий,
где в кадр попали работающие фонтаны, беззаботная малышня, гитары в руках неформалов и счастливые улыбки стариков. Я дышу воздухом, которым восхищался Лермонтов, головокружительно пахнущим зеленью, где голуби, воркуя, внимательно смотрят вслед влюбленным, робко целующимся под кронами парка. Ессентуки – город-столица Кавминвод. Ессентуки еще с царских времен считается крупнейшим и наиболее популярным питьевым и бальнеологическим курортом России. Благодаря кропотливой работе администрации города, Ессентуки является самым ухоженным городом из всех городов Кавказских миниатюр.